Хотите почувствовать себя Гамлетом, послушать лекции о Шекспире на языке оригинала и на русском? Если да, вас ждут библиотеки имени Шишкова «На сон в Библионочь». Именно так будет называться программа, которую организуют здесь 19 апреля в рамках уже ставшей традиционной акции. Кстати, в этой Библионочи участие примет более 500 библиотек, в том числе школьных. Нынче акция посвящена году театра. Именно поэтому в Шишковке замахнулись на самого Шекспира, но им одним ограничиваться не планируют. У нас будет 15 театральных коллективов различных. Это в основном, конечно, любительские коллективы, которые чувствуют в себе силы представить свои работы на публику. Это будут мастер-классы, которые так или иначе касаются театров. Это будут музыкальные площадки, которые тоже будут каким-то образом задействованы. А еще волонтеры будут читать сонеты в образе бродячих музыкантов, библиотекари станут в этот вечер эльфами и феями, обязательно будет квест в самом потаенном месте – книгохранилище. Правда, принять в нем участие могут только те, кто заранее зарегистрируется на сайте Шишковки. Кстати, каждый, кто оформит читательский билет непосредственно в рамках «Библионочи», станет участником розыгрыша пригласительных в Алтайские театры. К нам нельзя не прийти. Это, знаете, я даже не знаю. Пропустят очень много. То есть люди потеряют очень много эмоций, если к нам не придут.